Hello, my friends! Папа Чизи снова тут, снова на связи. Я подготовил для вас совсем новый контент. Обучение новичка. Из ролика в ролик качество у нас растет. И я считаю этот ролик один из лучших. 20к чизеров. Цена следующего ролика. И если ты хочешь меня поддержать, обязательно пиши комментарии и рассказывай о ролике друзьям. Я по-прежнему читаю все комментарии и добавляю всех в друзья в ВК. Не веришь? Ты можешь проверить прямо сейчас. Все в твоих руках. Ну и я надеюсь, этот ролик стрельнет, и мы с вами наберем не 200 тысяч просмотров, а уже намного больше. И выйдем с вами на новый уровень. Все зависит только от вас. Всем приятного просмотра. Изначально у меня был план найти новенького стримера и новенького игрока в эту игру, который будет только учиться в нее играть. И я его нашел. Учусь играть в Rust, то что нам нужно. Я сменил свой аккаунт, чтобы меня не узнали, и решил проникнуть в его пати. Но для начала я решил узнать, сколько у него часов. Блять, блять, я обосрался. Фу, ну дядь, ты меня и напугал, бля, я обосрался. Чесноку сказать, у меня, ну, часов, наверное, 100, наверное, где-то так. О! Не хотел бы ты вместе поиграть. Я бы тебя получил. У меня 10к плюс часов. Было бы интересно поиграть с новичком. Ну, залетай, залетай. Хм, осталось узнать, какой у него сервер. О, дядь, спасибо за 200 рублей. И я узнал, какой у него сервер. И сервером был YoFacePunch 3. А также я зашел к нему в Discord, и он позвал еще одного своего тиммейта из чата. Но я буду называть его просто Мелки. Я не про стримера. Ребят, вы понимаете, кто с нами в Дискорде? А по чест. Кто? По мне стреляют. Да ну. Ай. Вы че, его не знаете? И в этот момент Мелкий меня чуть не спалил, но слава богу, я успел ему написать в Дискорде, чтобы он молчал. Недолго думая, мы встретились с Мелким, я добавил его в пати и побежал искать нашего стримера. По пути я фермил ящики, бочки, чтобы я мог сразу скрафтить спальники и композитку. Стой где-то, я тебя вижу. А, я тебя тоже вижу. Так, нам нужны спальники. Это прям 100%. С разрывных стреляют. Ладно, пойдем скрафтим блочку. Тут кто-то, блин, с разрывных стрелял. Меня это напрягает. Я хочу отжать их. Я скрафтил себе имбу, и мы пошли на антирейд. Там рейдят, мы можем отжать рейд. Попробовать. Тут трупы лежат. Тихо-тихо, не топайте, не топайте. Они идут сюда. А он видит, антирайдчик. Дал хит ему. Одного убил. Найс. А их там сколько? Второго убил. Еще один по дому. Дал хит ему. Дал хит. Убил его. Лутайте все, нахуй. Он выходит из дома. Я отхожу. По нам стреляют. Это ты убил ящик? Тихо, нет. М? Тихо, тихо, тихо. Тут типы. Я лежу. Много типов. Одного убил. Ну, там еще двое. Их тут 4. Было. Теперь 3. Убил Томпсон. Ты кого рубишь? Убил его. Спайпом. Убил в кустах. Подбегай, вот тай сразу, антирация не заваляется. Вот, смотри, сейчас. Подо мной. Ага. Я Томпсон. Да, найс. Лутай, и надо уходить отсюда, дом строить. Впрочем, мы так и сделали. Выбив много пушек, мы решили отстроить свой первый домик. Все, можешь тогда бежать сюда. Сейчас я покажу. Сразу немножко просторный дом сделаю. Давай, камень. Все, нет, сера не нужна. Тут стреляет. Это бот. Так, сразу сейчас ящик скрафтим и покажу добычу нашу. Все, можешь смотреть добычу нашу. Разрывные? Да. Но берданки сломанные, придется изучить одну и починить потом. Ну вот тоже сейчас скину. Oh, I'm fucking coming. О, булава, это моя тема. Давай, бери булаву и это, накажи его. Я сейчас у него...
Давай, контрольный удар. Это часть обучения. Часть обучения. Еще можно в войс орать. Сука. Слева фонарик. Аккуратно, идет. Убил его. Покажись, сынок. У нас огнемет есть. Так покажись давай. Вот, это тоже часть обучения. Нуля. Слушай, я Берду нашел, все, можем выходить. Да, выбежим. Чего? 1798, пора. Ты, походу, промахнулся. По-моему, не такой пароль. В смысле, разве нет? Попробуй ввести. Нет, я ввел уже только что. А, подожди, тогда 22-12. План такой, видишь? Это полустенка. Вот смотри, вот если ты видишь... Я ничего, ты мне фонариком... Я ничего... Смотри, вот. Вот смотри, вот тут полустенка, видишь? Это фундамент высокий. Но... Мы можем его выдолбить и попадем внутрь дома, потому что... У него здесь, видишь, ну, разноуровневый дом. А, вот эту долбить? Да, вот, вот этот фундамент, смотри, вот где. На! Смотри, а если вот это разбить, ну мы туда не попадем. Так, смотри, вот этот вот фундамент отмена тогда. Давай вот эту штуку разобьем. А, это тоже фундамент. Слушай, мы можем вот это выдолбить. И в этот момент мы поняли, что нас ждет лютейший контент. Но для того, чтобы пробурить металл фундамент, мы решили купить пару буров. Два. Когда бур ломается, бери бур. Подходишь сюда и чинишь его. А долбим мы вот сюда. Шло время. Два бура практически сломались. И было принято решение поработать копьями. Включи свет. Свет. Ого. Что? Йока, броня. Давай, проходи. Шкаф закрыт. Посмотрите, что-то... Вот а свет. Вы... Ну слушай, это почти окуп. Все, удать можно. Да, и ради этого мы долбили фундамент этот около 30 минут. Ну, в общем, там супер рейд был. Все, я в принципе готов искать жертв. Слева. Опа. О, меня убил. Ложил дальше. Вот скажу. Он умер. Я живу еще. Поднимай, беги назад сразу. Нам отсюда петлять надо. Так, держи, смотри, у меня для тебя есть подарок. Стреляй в него. Давай. Нифига себе, ты его быстро убил. Это ты положил, а у меня прицел горит. Офигеть, ты его разнес просто, без это шансов. Ты положил его. Да я его даже не трогал. У нас щенок. Ты залезь прямо внутрь в башню, и там есть щели, ты можешь оттуда чекать. Контрить. Да. А я видишь, где сижу? То есть да, ты меня видишь оттуда. Ты только не выглядывай особо. Трое вместе, один к тебе бежит. Один наверх, двое наверх поднялись. Один мимо тебя пробежал к этой, около синей вышки стоит. Два типа возле крейта. Один тип на вышке и другой тип на здании. У тебя вообще, я не понимаю, как этот тип еще не спалил, дядь, вверх. Да он слепой. О, теперь сейчас увидит, наверное. Оп, он спустился увидит. Вниз. У меня тут какой-то бомж с двухой сидит. Я не знаю, где калашист. Он мог уйти, калашист этот. Убил одного. Я пошел утать, чинок. Давай. Говно. Мы можем попробовать их загасить. А, тихо, они обратно возвращаются. Где?
Тихо. W, прыгай с горы. Один с горы под тобой, прямо рядом с тобой. И двое наверху. Я умер. Не, такое. Мы откисли, но ничего ценного в принципе мы не потеряли. Взяли берданочки и решили подсидеть клановых игроков. А, не, гаражку закрыл, он залез. Тихо, идут. Идут. Один с берданкой. Угу. Так, не по... Ну как два лучника. Я не папа. Человек 10. Ну, не 10, семеро точно. Вадик, давай сюда. Ты мазгайся, ну фака, мазгайся. В топ-сетах вышли. А, меня увидели. Да, это эти же челики. Мы слили топовые пушечки, но мы не расстраивались. У нас оставалось очень много револьверов. И надежда выбить калашик. А калашики были у наших соседей. А, он нас увидел. Да, вижу. Да. Получай хитулю. Yes, I help you. Что это было? Да, сейчас. Ничего не знаю, я знаю только то, что там живет калашист, которого я хочу убить. Блять, ну они тебя ищут, они заебали. Кирюша! Кирилл, выходи, давай поговорим. Смотри, медведь бежит за типом. Накидал ему! Их тут трое. Да, я одного убил. На гвоздь. Да я тебя вижу. А, они во втором. Я просто пришел покататься, отстаньте от меня. Я уезжаю от них. И услышав выстрелы на супермаркете, я понял, что это мой шанс. Да их там трое, мы с ними ничего не сделаем, я думаю. Еще один гантрап. Антирады идут. Hello, guys. I wish you suck dick, bitch. А, я понял тебя, братан. Я тебя понял. Бей, американцы, убивай нахуй. Бежим. Я калаш угнал. Там ты в кустах сидит, и кричит бей американцам. И не нужно иметь сверхразум, чтобы понять, что они скоро нас придут рейдить. Тебя убили? Не, они ищут, где мы живем. Андрюх говорит, бля, пиздец. Подними что-то. Что-то никакого. Где ты? Подыму. Я берду выбил еще. Я знал, что они готовятся нас рейдить, но убегать никуда я не собирался. Я решил сделать для них подарок и поставил парочку гантрапов. Ха-ха-ха-ха-ха! Тут типа, блять, ахаха, блядь. Понял, угорает как? Через робота. Нам нужен байт клана, готов? Может, пойти дерево нарубить? Хорошая идея, слушай. Идеальная, гениальная. Да. Как я, блядь, должен сказать? Руби дерево. Да, блядь, спал, сталкивай, куда я залезть-то. А, кстати, в натуре. Чё это? Сумка, надо рубить дерево.
Так, у тебя есть работа. Подработка, я бы сказал. Я пошел подрабатывать. Смотри, тебе надо вот эти деревья сзади все вырубить. Они возле дома нашего. Да. Слышу. Нас рейдят! Нас рейдят! Присаживайтесь поудобнее. Такого контента вы не видели, наверное, нигде. Ну, они по дверям пошли? Да. О, прикол. Сишка! Еще одна сишка! Я бегу, блядь. Boy next door. Не ссать. Главное не ссать. Давай. Следующий. Я дверь поставил! Нихуя. Вот это неудача, да, ребят? Ой, еще дверка. Так. Не рейдите, пожалуйста, ребят, не надо. Иди. Ай, больно. Блять. Они меня опять убили. Они нас дальше рейдят. Я понял. Их там 5 человек, блять. Ну, у меня есть план, еще один. Какой? Те рейдеры бы пришли, я бы хоть поднял у них какой-нибудь сетик. Мне страшно. Что они бахают? Не знаю, блин. Я вот опять бегу смотреть. Да, точно. Один домой побежал, у них сиськи. Сколько их? Сколько их? Двое, походу. Да, двое. Осталось двое? А, да, один за стеной у меня. Да, это бомж какой-то прибежал на антирейд. Трое сидят под окном. Один убежал. Он меня убил. Ты жив в доме, нет? Положил одного. Ты жив, нет? А? Я в доме. В доме? Хорош. Там вот это, должен быть тип лежать перед, прям перед, двери, перед дверьми. Подожди, тут все мертвы. На туре? Да. Загрались, быстрее, отправились. Третий убежал, блядь, за сишками, походу. Забирай. А как так все мертвы? Я чё-то не слышу. Гантрап всех убил их. На туре? Ну я одного положил, точно прям. Фу, бля, Два хп у двери! Гантрап и хату задемпали, чувак! Убил. Это просто контент. Соло-замок это фиксить надо, это невозможно рейдить в онлайне. Они все тут прибежали, я так понял. Они опять... Тихо! Нам жопа! Жопа? Все, теперь нам точно жопа. Они попали в шкаф. Открыть дверь к луту я не могу, так как там стоит мой гантрап. Выйти из дома я тоже не могу, к сожалению. И что делать в такой ситуации, я не знаю. Но отдавать свой дом я не планировал. Минус один. Тирадок.
Минус второй. Ой. You lose there. You lose there. Башку я набрал. Чувак, их тут трое, их тут четверо. Тут война идет. Два типа, которых мы зарейдили копьями. И четверо их. Одного фулл дэтну. Тут Кирилл. Ни у кого фила нет. Минус один. Я умер. Минус два. Минус калаш. У меня все. У меня калаш. Тут никого нет, надо застраиваться. Вон постройки, ищи. Есть, нашел. Есть, и нашел. Бля, меня. Я застроил! Красава, ну меня ебнут. Он с питоном уже бегает. Рейдеры не справились с нашим домиком 2 на 2, и мы понимали, что они могут вернуться этой ночью, и поэтому решили отстроить новый домик, но для этого нужно было подфермить. Блин, у нас тогда места в доме вообще не будет абсолютно. Все, фиг нас кто найдет здесь. Ну а пока соло замки повешу, потом поменяем. В принципе, у нас дом готов. Мы забрали все основные ресурсы с нашего старого дома и перенесли в новенький. Может туда скидывать все. Смотри, чтобы тут дотянуться до правого ящика, вот сюда в угол становишься и дотягиваешься спокойно. Здорово. Hello. Здорово. Сенсей на связи. Чего? Сенсей, да. Диман. А? Значит, все-таки правда. Шо? Ай? Что? Значит, все-таки правильно. Да не, меня просто Диман называли, меня на самом деле Алексей зовут. Да-да-да-да, я тоже. Знаешь, как палишься? Как? По смеху. Смех навряд ли будет такой же. Так я его брат-близнец. По-любому. Короче, меня рассекретили. Да-да-да, это респект на самом деле тебе. Но я держался до последнего. Так. У нас есть план на сегодня. На следующий день он меня рассекретил. Он понял, что я ютубер. Но это меня не останавливало. У нас был план зарейдить наших соседей. Но для этого нам нужно было очень много скрапа. Сенсей подписал. Нормально. У меня проблемки небольшие. Ты можешь ко мне бежать. Минус два, все. А так как нам нужен был скраб, мы фармили всех подряд. О, это Скири. О, хорош. Может тоже берданку взять у него, если хочешь. Нам все равно на аэро идти, пойдем его накажем. Он попал, нифига себе. Да, он наверху, видишь, на вышке? Да. Убил я его или нет, он выжил. Блин. Я лежу рукой машу. Ну я вряд ли тебя поднять смогу, потому что меня челик с окна убьет. Ну я около стенки прям, кстати. Поднял, беги сразу. Мыкайся куда-то. За мной беги. Другой по мне попал. Но на этот раз меня точно убили. О,
56. Минус один. У них много всего. Тут тип сбегает. Тут прямо рядом со мной. Подо мной где-то сел. Убил его. Калашист. Меня пушили калашисты, но я спрятался в одну офигенную нычку. С моей стороны, левой. Он зашел. Убил меня. Меня лутает. Минус он. Ты можешь шмотку взять и прийти ко мне? Бери одежду и беги. Бери одежду и беги ко мне. И когда я занял вышку, на сервере начался ад. Убил еще одного. Еще одного убил. Еще один минус. О, киберспорт в деле. Еще один минус. А ты где, что-то я понял? Я на вышке сижу. Сейчас будем уходить оттуда. Можешь спускаться вниз. Я крою выход. Меня убили снизу, чувак. Ну его оттуда очень тяжело выкурить. Пару. Это я, друг. Я походу его убил. Убил. Он шприцы мне принес. Я не могу им нашел. Я, наверное, ухожу отсюда. Залетай. Вообще, блин, какой это фонарик стоит? Так ты на F нажми фонарик, включи свой, у тебя же тоже есть. Смотри, там дропчик падает. Калашик потенциальный, сишка. О, workbench level 3, 5500 серы. По-моему, это слишком жирно. Я боюсь, что это какая-то сопля. Потому что слева, короче, за аркой, типа, видишь, вот скалы слева. За ней, типа, давай обойдем справа территорию. Пускай они лутают, а мы тогда убьем того, кто залутал, и попробуем удрать. Я минус два дал, один наверху. Убил. Убил. Один наверху. Аккуратно. Я умер. Блин! Вижу их двоих. Они сачели берут. Они сейчас рейдить пойдут кого-то. Коптер летит. Походу их тиммейт. Да. У них один вылетел из игры. Умер. А мне кажется, у них вышел тип. Смотри, вправо бежит. Да, но мы его не залутаем сейчас, увы. Я понял. Я его добил. Убил его. Бежим отсюда. Слушай, там кто-то очень дерзкий стреляет. Пойти что ли наказать его, я не знаю. Да, он реально с крыши стреляет с окна. Какой же слабый тип. Ладно, не беги туда. Он на крыше. По всей видимости, они вчера очень сильно огорчились после рейда. Да, конечно, я бы тоже ливнул. Да, все, они гниют полностью. Слабенькие оказались ребята. Да я после одного рейда, типа, я бы еще отфармил и зарейдил. Зачем выходить-то? Их зарейдили. И оставили фотки. Понимаю. Ты че, блядь? Ты че, дядя, вообще что ли припух? Убил его? Да. Хорош. Ты почти самостоятельно. На, пожуй картоху. О, картошка. Потатос. Бегая по карте, у меня в голове появился план.
купить бур, пойти отфермить серы, поставить третий верстак и зарейдить наших соседей, которые стреляли с вышки. О, тут тип устал. О, это твой клиент, смотри, вот он стоит. Я вижу. Желтенький. Убиваю, уничтожаю. Развалил просто на изи. И чтобы зря не бежать домой, мы решили заскочить в зиму и пофермить серы. Но мы были такие не одни. В зиме бегали кланы, у которых был точно такой же план. Типы идут. Уйди оттуда, назад беги. Трое, четверо их. Ты жив? Да. Уходим. Уходи. Ты умер. Шприц, блин. Забирай все. Не могу. Я попробую их убить. Да. А, у меня тут паника есть недалеко. Сейчас, тихо, потише. Один минус. Второй минус. Они фул инвентарь серы. Тихо. Третий минус. Четвертый минус, я всех убил. Я бегу, ну как рядом, одна сильная, конечно. Красавчик. Они фул сера. Дядь, прошу тебя. Они вывалились со всеми ресами! У меня полный инвентарь серый, это 30 тысяч. Но у них еще фул столько же. Я не могу это утать! Блять, меня убил. Я ухожу отсюда. Давай. Давид Хасихов. Давид Хасихов. Все, заходите, еще покажу эту прелесть. Только нам нужен ящик. Ладно, придется прыгать. Потому что у нас места нет. Короче, смотри. Нормально. Уместилось немного. Сразу же я решил расширить дом, так как нам нужно было место для печей. Печки, если что, у нас теперь наверху, на втором этаже. Это что, домик? Тарам-па-па-пам. О, неплохо. Офига себе ты нафермил. Ты там кого ограбил? О, неплохо. Бро. Пацаны, оставьте по-братски, я русский. Оставьте, пожалуйста. Я заебался уже. Я поделюсь, как бы, если не вопрос. Давай, но нам придется долго ждать. Слушай, есть, короче, эта идея для тебя топовая. Тебе понравится. Тебе нужен топор. Ты мне про дерево хочешь, да, сказать? Да. И нам оставалось только наплавить серу, чтобы зарейдить наших соседей. Тут кто-то под дверь дома опять, походу, сел. Понял. Опять убили? Да. В сторону тебя побежал. На мне. Да вон он побежал. Кто это? Посмотри на. Ха-ха, нуп нар. Dark Days. Нет, не тот. Сука. Мы потихоньку готовились к рейду, и все у нас шло неплохо. До поры до времени. У нас нет никого под хатом. Я примерно знаю, где он живет.
Мэгик, это случайно не тот челик, который вчера с хаты по нам стрелял? Мы к нему на хату пытались залезть. Я примерно догадывался, где он живет, но на 100% не был уверен. Поэтому пришел к этому домику и сел, и начал ждать его, пока он вернется домой с моим калашиком. Окей, я знаю, где они живут теперь. Ну и плюс, когда он написал в чатик, я убедился на 100%, что то его домик. Я взял калашик и побежал снова их байтить. Один минус. Я снова откис, снова взял топ-сет и снова вернулся. На горе. Угу. ХП. Один минус. Минус два, все. Минус два. Она горит. Шмотки забираю у него. Убегаю оттуда, сейчас он в окно сядет. Он уже там. Он в окне, уходи. Ушел? Все нормально? Да. Все, уходим. Минус Ванечка, которая под домом сидит. Под хатой поищи, типа он тут топовый антиразм. Прям по кустам пробегись. Вот, в этот куст. Посмотри, убил его? Да. Еще один с калашом был. Ты видишь его? На мне, да, на мне. Они тут вдвоем. Он выбежал на дорогу, я за ним бегу. Что я тут? Он умер. Не, сказал, они под хатой будут сидеть. Забрал калаш? Огонь. Пойду себя найду теперь. Он залутал твои металлы, забрал. А, все, да? Ну, я не знаю, может он что-то не забирал у тебя? Короче, под домом они сидели у нас постоянно. И мы решили, что мы их обязательно бахнем. Но вначале у нас была цель. Наши соседи. Вы не представляете, как долго я крафтил эти вонючие бобовки. Как думаешь, у них есть еще стенки? Я предлагаю тебе идти домой, я брать Томпсон. Домой. Нам сейчас придется через колючий забор перелазить. О, смотри, так тут может и не придется нам через колючку перелазить. Мне кажется, кто-то туда уже попытался залезть. Также залазь аккуратно. Икс. А я подпал. Дом у них, конечно, не очень. Ай-ай-ай-ай-ай. Давай тогда рейдить его. Искренне надеюсь, там дальше металл. О-о-о. Это по-нашему. Ребята накидывают. Это антирейд. Шкаф! What the fuck? Я в шкаф бахнул бункер! И он открыт! О-о-о, ты посмотри, тут третий верстак! Я тебе говорю, они вообще фул залутанные. Они бегали сегодня целый день, лутались. Вот этот найсток. Ух! Йо, тут картошки много! А они картофельные магнаты, что ли? Посмотри наверх, там картошки много!
Картошка, мы не будем голодать! Это мечта, а не рейд. 7000 металла. У них еще в другом ящике картоха, тыква, понял? Так, у меня есть план, вот это надо выбрать. Ага, я понял, это забагованная штука, да? А вот и спальники у них. Сколько у них картошки? Ты всю картошку забрал? Да. У них два ящика картошки. И теперь вот эту стенку долби. Сейчас мы пробурим у них все ящики. Где тип, я не пойму. Мне кажется, за забором. Он умер. Там еще один. Девочки, вы что тут забыли? Я их убью. Ой, куда мы попали? У них везде. О, вот это мне одежда больше нравится. Где мы? О, посмотри, верхний ящик. Дай мне запрыгнуть только. Да еби... А, во! Во! Нихуя себе! Ты видел это? Да. У-у-у, дядь. Мало того, что у них был ящик картошки, так еще и ящик серы, пол ящика топлива, два ящика металла. Это был просто самый лучший рейд, реально. Ты на капкан наступил? Серьезно, неудачник? Ну они странно, слышишь, находят нас. Капец, он неудачник. Ты серьезно еще и на капкан наступил? Ой-ой-ой, что-то там опасно. А я застрял, блядь. Туда, куда надо, сишка! Туда, куда надо, пахнули! Слушай, ну тут вообще жопа. Огонь! Валер, это огонь просто! Короче, мы им устроили евроремонт. Выдолбили все лутовые, посмотрели, где что находится. И даже решили поскладывать ящики. Давай сразу нормально поскладываем, чтобы мы не искали потом 500 лет, что где. Блин. Чисто для... О, нифига тут война идет, конечно. Неплохо. А. У них столько металла, они застроили так убого все это. Блин, кошмар вообще, вот потратил столько сачелей и не окупился даже, ничего не нашел. Что за дома нынче пошли? Зарейдили, чтобы сделать уборку в доме. Да какие, блядь, беспорядок, блядь, что за... Давай мы сейчас записку оставим, типа, ребят, мы тут убрали, забирайте все. Мы тут вас убрали немножко. Все лишние пауки. Оставили только нужные. Картошку, блядь. Одну картошку им оставили. Питайтесь на здоровье. Что вы тут делаете, алё? Капец, лагает.
еще одного убил. Переносить лут своими ножками было опасно, поэтому я побежал на бандитку, чтобы купить коптер. Hello, I need helicopter. Yes, mini. Thank you so much. Goodbye. Надеюсь, тут ПВО нет. Спасибо, что я не разбился. Спасибо, Раст. Все. Мы, кстати, можем турели еще купить, поставить. В итоге мы поизучали все, что было возможно, накрафтили МВК двери и решили потратить немного металла, так как понимали, что возможно нас могут зарейдить. Удачного рейда, как говорится. Мы, по крайней мере, не такие челики, как те, которые, имея миллион ресурсов, ничего не тратят. Так, прикроешь меня с крыши? Да-да-да. Все, у нас красота, а не дом. Сейчас я еще кое-что сделаю. Тогда им вообще придется очень много потратить. Так, сколько? 2, 4, 6, 8 дверей нам надо. Итого нам осталось изучить только 625 скрапа нам надо. То есть у нас сейчас есть на 20 ракет. У нас там ящик серый. Да можно полетать, посмотреть. Или тех типа пройти. Так, я не понял. Ты страх потерял стрелять мне или что? Мирно договоримся. Мы бомжи, мы пытались тут выбить. Кстати, если вам нужны какие-то пушки, мы можем вам продавать их, типа, за что-то. Недорого. Буквально за символическую цену, там, серу какую-то. Калаш, калаш, за что продашь, калаш? Сейчас магазин поставлю, увидите, мы недалеко живем. У нас магазин круче, чем у некоторых дома. Я уже задолбался варить. Мы решили перекрафтить весь наш порох в ракеты и пойти забахать седунов. Пойдем вот этих вот соседей наших рейдить, посмотрим, хватит, не хватит. Будем надеяться, что их хватит. Думай позитивно, стакан всегда наполовину полон. Всегда. Слышал такой трек? Мы хотели лютого мяса. Пришли их рейдить, так как они были в онлайне. Прыгай. Так, тут... О! Фух. О, туда, куда надо попали. Ох, ох, нифига себе. Вылазь отсюда. Прыгай сюда. Мы сейчас шкаф разобьем у них. Давай на спальнике привет напишем. Ну, походу нам придется один спальник вырубить. Нет, мы так не вылезем. Хотя
Хотя, стоп, у меня нет, дерева вообще нет. Слушай, тебе надо киляться из дома идти с деревом сюда. Или с лестницы, с одним из двух. Я так и понял. Слушай, дом на 20 ракет у них всего был. У нас даже дом крепче. У тебя дерево было! Блять, точно! Я забыл выложить! Вы можете спросить, они же в онлайне, где сопротивление? Так вот, оказывается, в этот момент они были на нефтянке, понимаете? Мы окупили 10 ракет. Опа, ремонт приехал, пацаны! О, Чизик, ты? Ремонт приехал, пацаны. Пиздец. О, здорово. Чё, много забрал? Купился, не? Да. Они у нас сидели под домом, и мы внезапно сделали ремонт. Я голый, не убивайся. А кто эти типы такие вообще, не в курсе? Да это тиммейты мои. Тиммейты? Ну это наша вышка, типа, это наша хата. Ну давай я чисто порох заберу, и все, мне больше ничего не надо. Остальное с себя оставить. Там кто-то пришел, не знаю, это твой друг. Прыгай вниз, вниз прыгай. Отойди, отойди. Убил. О, так он нам открыл выход. Утай все самое ценное, левый верхний ящик. Он нам выход открыл, красавчик. Я говорю, вы нас почему зарейдили? Потому что у вас Мэджик под хатой сидел, или вы просто нас зарейдили? Потому что он под хатой сидел, мы бы вас тогда вообще не трогали. Все, удачи, пацаны. Ремонт прибыл, ремонт ушел. Ремонт прибыл, ремонт ушел, блин. Or I get raided your base. I give you 2 seconds. Давай домой и зарейдим их. Он страх потерял или что? Сам шатап, пляж. Fucking noob. Where are you, fucking bitch? Он умер. Пойдем драться с ними. Are you ready, fucking bitch? Вот сюда, бакай, смотри. Готов? Да. Давай, вот сюда, смотри. Куда вы? А меня убили. Бибил какой-то пришел. Я его убил. Но! Сюда прям посидел? Да. Прям бах. Справа хазмачик, алло. Сзади вас хазмачик, сзади хазмачик. Сзади тип. Теперь да. Все. Каждый на своем углу стоит. Все, готовы? Все, поехали! Вот и подошла наша история к концу. Надеюсь, она вам понравилась и подняла настроение. Ну вот знаете, как в фильмах бывает специальная сцена после титров. Так вот, держите. Это для вас. Самые лучшие 2 дня. Здрасте. Что были? Я говорю, и антирейды, и рейды. И долбёжка фундаментов, да? Фундаментов копьями, блядь, бурами, блин, ракетами. Ой, вообще кайф. Самые мясные 2 дня, врасте. Если записываешь ролик, то чист всем твоим зрителям. Подписывайтесь, ставьте лайки. И желаю 1 000 000 подписчиков. Спасибо. Тебе того же. Спасибо. Поднимай меня. У меня в слоумо это было, прикинь. Ну а теперь точно конец ролика. Всем пока.